Дом подскакивал от взрывов, но я не уезжала. Я верила, что наши бойцы прогонят оккупантов. Так Валентина Иванова из поселка Макаров Киевской области вспоминает первые дни войны. Как и миллионы украинцев, она верит в нашу победу. Воспоминаниями о том, как начиналась война в родном поселке, Валентина поделилась в своей истории войны. 24 лютого. У меня сваха живет в Полесском районе, очень близко к Белоруссии. 24 февраля в 6 утра она первая позвонила нам и сказала, что началась война. Сказала, что российская колонна идет на Киев лавиной. У меня два сына и дочь. Сыновья на второй день пошли в военкомат. Их записали, сказали, ждите. Когда началась бомбежка, дочь с детьми эвакуировались. Младший сын тоже повез свою семью на Западную Украину. Старший сын остался дома, и я осталась с ним. Не хотела оставлять его одного. Громыхало дуже. Вокруг сильно громыхало. Возле нас речка, там пушки стояли. Там же речка. Вот и там пушки наши стояли. Помню, как бабахнет. Я говорю сыну, что это? Он отвечает, это наши стреляют. А я, ну раз наши, то пусть стреляют. Дом ходуном ходил туда-сюда, но я знала, что это наши солдаты нас защищают. Полтора месяца, каждый день обстрелы. Перерыв был только на обед, с 12 до 2. А так день и ночь громыхало. Прилеты, отлеты. Очень страшно было. В начале весны у нас еще был газ, а потом ни света, ни воды, ни газа. Холодина страшная. Мы натянули на себя все, что можно из одежды, так и выживали. Больше всего мы боялись, чтобы оккупанты не зашли в наш поселок. Мой младший сын после того, как вывез на Западную Украину семью, сразу побежал в военкомат. Его через неделю забрали и сделали из него танкиста. Он сейчас воюет в Бахмуте. Я очень им горжусь. Помню, он сказал, я не буду сидеть возле женской юбки. Я знаю, куда я иду и знаю, зачем. Люди, у которых на фронте нет близких, они сейчас немного расслабились. Живут так, как будто нет войны. А у меня сын воюет. Для меня война не закончилась. У меня все эти мысли страшные постоянно в голове. Когда сын выходит на связь, я всегда ему говорю, береги себя и вернись живым. Это мои заветные слова. Вернись живым, береги себя. Вы думали о том, что вы сделаете после победы? Соберемся все вместе. Мне дочка купила такую красивую вышиванку и сказала, когда будет День Победы, мы наденем вышиванки и выйдем к людям.